Всем привет, ребята! Как вы уже поняли, наша семья находится в Польше. Правда, не в полном составе. Муж наш остался в Украине. Вот. А я, наш сынок Давид и бабушка приехали в Польшу. Мы находимся в маленьком городке, который называется Новая Руда. Нас поселили в отеле. Такой обычный советский отель старого образца. Вот. Проживание у нас бесплатное, номер нас устраивает, все хорошо. Отличный номер, чистый, хорошие кровати, есть шкаф купе. Что еще рассказать? Также возле отеля есть здание столовой, где кормят всех беженцев, украинцев, тоже бесплатно. Очень хорошая еда, есть завтрак, и обед, и ужин. Так что у нас все хорошо. Нас приютили, не бросили. Во Вроцлаве на вокзале мы вышли, и от Вроцлава нас довезли уже до Новой Руды. Все бесплатно, все поляки доброжелательные. Вот. Так что пока находимся мы в Новой Руде. Вот, что дальше будет, я вам расскажу, если мы будем куда-то дальше передвигаться с этого города. А сейчас я иду в магазин. Мне нужно посмотреть Давиду в школу ланчбокс, так как в школе у них, по-моему, не кормят деток, нужно с собой брать перекус. Вот. Так что иду. Иду в магазин на поиски ланчбокса. Покажу вам немножко домики. Такой маленький городок, типа нашей Балаклеи в Украине. Такие цветные домики. Да, еще хотела сказать. Давида записали в первый класс, в первый С было свободное место. И это классы будут не конкретно для украинцев, а именно польские классы. То есть Давид будет учиться вместе с польскими детками. Он и еще три мальчика, первоклассники. И в первом А тоже несколько деток в первый класс туда тоже их записали. Вот. Ну, как бы первоклассников мало с нашего отеля. В основном уже 6 класс и 9 выпускники. Так что Давид будет учиться с польскими детками в польском классе. Вот. Я дохожу уже до магазина. Вот в этот магазин я пойду. Называется он Интермарш. Сейчас вам увеличу, покажу. Вот этот магазин. Так, все, ребятки, в магазине я снимать уже не буду. Так что схожу, посмотрю. Надеюсь, что куплю ему ланчбокс. Это совсем недалеко от нашего отеля. Один супермаркет, там дальше второй супермаркет. Так что все, всем, ребята, спасибо за просмотр. Все, до встречи. Всем пока-пока.